Давайте продолжать. Мы все еще выполняем поручение Санжара, по-моему. А, ну Санжара мы выполнили уже поручение. Еще Грэм есть, который просил нас установить, отвоевать этот типографию, установить туда валики. Чтобы они, в общем-то, вместо радиопередач занялись печатанием газеты. Мы разве тут были? Чуть не помню уже. Где мы проходили? Вот тут, по-моему. В общем, мы это сделали уже, по сути. Мы захватили там. Не был, там было всего лишь несколько раптидонов, да и все. Теперь можно возвращаться назад к нему и сказать: бери. В смысле, откуда все это? Откуда тут опять враги взялись, блин? Мы прямо около города, ё-моё. Погоди, мне ж не сюда, мне надо сюда ведь. А, для этого мне надо через мост перейти. Ага, окей, понятно, а тут враги стоят. Придется их изничтожить. Куда этот ушел-то? Я перегружен. Мне тяжело. Буквально в смысле слова мне тяжело. Как так-то? Что я там... Ого, что я понабрал? Откуда у меня столько оружия? Погодите. Thank you.
Здесь мы по-быстрому сейчас дойдем до Грэма. Труп. Мы вообще туда идем, погоди. А, ну да. Наверное. Какая прикольная собачка. Что-то типа гиены. А, мы тут были, я вспомнил. Тут враги появляются вновь. Вон опять тут появились какие-то бандюганы. Хотя мы тут ходили, блин, по этой дороге не раз. Казалось бы. Может, тут можно обойти как-то их по горам. По прямой. Напрямик. Побыстрее просто было. Опять? Откуда? Вас тут не было. Этого я не заметил. Меня чуть не убил.
Помоги председателю и министру Кларку. Кларка ведь это ведь имя или нет? Или это какое-то слово, которое переводится? Победи наших врагов. Опять он как бы говорит, как бы и нет. If you'll just listen. No, no more listening, no more preaching. We are losing people left and right. We need to act. Enough, Zora. I'm not putting the torch to innocent people. Do you want to bring the board's cruisers and gunships down on us? Captain, apologies, but our situation grows dire. Our people talk of foolish endeavors. What news do you bring? Что? Печатный станок теперь ваш. Excellent. Did you find the Vanois? Да, Vanois скоро вернутся. Thank the Eternal. We're one step closer to bringing the truth to every man, woman, and child in Halcyon. For now, you can tell Hiram that I'll stop using Devil's Peak. Приз получен, пиратское радио. Hits of our eternal souls. Thank you, Captain. I have much to do. Articles to write, sermons to ponder. We live in such an exciting time. Let's talk later. Hey, I need to see to the wounded, but drop by the clinic when you can. I want a word. Issuing sanitation ticket. Error! Refill printer paper. За работу, сам. Пациенты на излечение. Эзекиил. Эзекиил. Заражение жуками. Фу. Опробовано антибиотики, алкогольное травление, кислотная капельница. Состояние более не с нами. Рони. Повреждение левого локтевого сустава. Состояние наложена шина. Выздоравливает. Ойверс. Множественные огнестрельные ранения. Грудь, правая рука, правая нога. Состояние. Кровотечение остановлено. Несколько пуль не удалось извлечь. Выздоровление маловероятно. Миссон. Химические ожоги лица, левой кисти и предплечья. Состояние. Нанесена мазь. Наложены повязки. Выдан алкоголь. Да, тут все как, блин... Как в каком-то доисторическом просто веке. Что? Hey, Captain, I need your help, and we ought to keep it hush-hush. You know about what happened here, right? The history of Amber Heights? Ну так You're себе. Talking about the massacre. Back when the corpse were pulling out, pirates raided the place and killed the MSI bigwigs living here. Right. Common belief is that the pirates fled to an old relay station that had already been abandoned, but nobody could find them. The station's locked up, but one of my people found an old data cartridge in a nearby rat nest. It's mostly corrupted, but I pulled a couple codes off of it. One is the code to the Amber Heights gate. I don't recognize the other, but it's similar. I bet it opens a door.
воротам Amber Heights? Right. The access codes to Amber Heights. What gets me is, if this belonged to the pirates, that means they knew someone there. If someone gave them the gate code, all those deaths, Captain, all that blood is on their hands. Не понимаю, почему это так важно? Разве у нас, разве у вас нет более важных проблем? I surely do, but it's not far. And if they died in there, they died with their munitions. We'll need them. Besides, if it's filled with valuables from the aristocrats who lived here, we can pawn them off on Sublight and get ourselves ahead on our food budget. Но все-таки это какой-то код от непонятно какой двери. Бесполезная находка. I know it's a long shot, but if we miss something there, if you can get into that station, maybe we can get some answers. А почему мы говорим наедине? Graham isn't fond of talking about the history here. He had friends who worked here. The massacre hit him pretty hard. You know him. Live and let live and all that. I don't want to burden him right now, especially if this ends up being a dead end. Ну хорошо, найти ретранслятор, проверить код на месте. А что-нибудь еще? Just a warning. The area is infested with mantisaurs. I'd send some help, but we're, you know, preparing for war. Точно. Я все сделаю. Appreciate it. Не факт. Here's the code. If it Скорее works, всего, нет. Bring back anything you find. Supplies are best, but information's good too. Someone was behind the Amber Heights massacre. У меня куча припасов, я бы тебе отдал. Closure to find out who and string them up. Good luck. Watch out for the taros. Я бы тебе дал припасы, если бы мог. Но не могу. Ладно, пошли по основному сюжету. А вот она говорит о ретрансляторе. Это не то, куда мы идем случайно? Мы же там всех уже убили, по идее. Надо посмотреть. Хотя, блин, мне так лень все это делать уже. Почему я должен заморачиваться по поводу их проблем? У меня своих хватает. Честно говоря, я переиграл в первых двух локациях, мне кажется. Поэтому уже дальше я уже такой, блин, еще и тут надо всем помогать. Это тот, кому я помог, походу? Прикольно. Ну, ладно. Вот, блин, опять. Их не было же тут. Блин. Они респаунятся. Ну да ладно. Халявный экспириенс нам не повредит, да? Или я вообще не туда иду куда-то, может быть. Да не, я тут был, у меня тут уже есть этот. Вроде как. Вот это где, к примеру? Ну, примерно там, куда мы идем, конечно. Но я не хочу, на самом деле, заморачиваться. А, блин, мы тут были. Да мы уже знаем, кто это подорвал, блин. Там
за каким-то чуваком охотились. Сделали ему засаду вроде как. Нам туда. Вот опять-таки, тут никого не было. Точнее, тут были уже враги, мы уже стреляли с них. Уже их перестреляли всех. Погоди, не стоп. Ладно, не буду каждый раз это говорить. Блин, тут были враги уже. Короче, они все восстановились. На тех же локациях, где мы уже проходили. Где еще один человек был, по идее? Вот этот? Где я? Я не понимаю, где я. Вот тут я, по идее, да, сейчас? У меня есть очки. Двое. Такие страшные крики вдалеке где-то все время. Кстати, не так уж и вдалеке вон они там ходят, эти гадости.
У меня чего-то тут полно всякого. Мы туда ведь идем? Да, мы идем туда, по-моему. По прямой после моста направо. А где мост был? А, вот этот мост. Там еще какой-то город, не знаю. А ведь на этот холм надо подняться. Это кто? Житель? Житель чего? Мародер. Я тут не так давно был, тут никого не было. Ни жителей, ни мародеров. Блин, все респаунулись. А, мы же были все мертвы. Какого хрена?
Хорошо, хоть тут появляются новые трупы с лутом. С патронами там, хилками. Блин, сколько их тут, твою мать, а? Откуда ты тут взялся? Это те, которые что-то там прятались. Анатомия головы рептидоны. Я думаю, что помню, куда идти. Там какой-то лифт был, по-моему. Вот это что ли? Сейчас, секундочку, продадим. А, нет? А, да. По-моему, лифт был. Вот это. It's the blessed sound of radio silence, which leads me to believe you have sweet, sweet news for me. МСИ и иконоборцы больше не ведут трансляции. Данные уже готовы? Yes, indeed. I am back in business. But before we get down to it, might I ask how you handled the problem in the end? Does it matter? Job's done. Is that so?
Я помог МСИ и иконоборцам получить то, что им было нужно. I don't know how. The two are diametrically opposed and impossible to please. But it matters not how you fix my problem, only that you did. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser, and to the purchaser alone. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver, so I can input the needed adjustments. Да, прежде чем оно заработает, нужно будет выполнить кучу всяких поручений по списку, да? Oh, don't be ridiculous. We're resetting a broadcast tower, not filing taxes. There are no errands, spreadsheets, or rituals involved. It's simple, truly. I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in the numerical adjustments from in here. Ну, для активации нужно три ключа, которые надо сначала найти, да? Eternal, no. What is wrong with you? Who would ever design something like that? However, you're welcome to brew me a Rizzo Insta-coffee from the staff kitchen on your way back. Just step outside, flip the switch, depart forever. Understood? Good. Marvelous. We're in agreement. This is why I stopped helping out around here, you know. It's always throw this lever, shoot that marauder, save my life. Just one thing after another with you. Speed setting? Whistle while you work. Понятно. Terrific. I'll be here. Waiting with bated breath. Give a shout if the panel electrocutes you. Плазморез. Неужели это будет просто вот так вот? Раз, два и готово. Как-то действительно не верится. Что-то обязательно, блин, случится. С радостью. Больше я вас не потревожу. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior. But I must admit, I have grown rather fond of you. As Neoka can attest, I do not form attachments with many. Do take care. Why, he told us to leave without flinging insults at our persons. He really does like you, Captain. What in the void blasted hell is that? Наш корабль. Black holes. Did you see that?
Погоди, это чей корабль? Like а, не наш. То есть наш на земле. Нужно было просто всех вас убить. Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Вы все ведете себя как дети. За хрень? Поговорите с Финиасом. Это основной квест был или побочный? То, что там произошло, вот я имею в виду. А, это задание фракций. Короче, и возвращаемся в город и летим, блин, туда, куда летим. К этому, к нашему типу. А, пропусти меня. Сами разбирайтесь со своим кораблем сраным. Чего вы меня впутываете вечно? Он куда-то упал сюда, вот куда-то, наверное. А может даже сюда. Кто его знает? А, сюда он упал.
Не-не-не-не, я пошел туда, в город. Чего, теперь тут тусуетесь? Куда мне идти-то? Туда? Тут стало больше народу ходить. Иконоборцы, солдаты. Чуть не упал. Чуть в лужу не плюхнулся.
Тоже солдаты тут тоже. Раньше не было их. We've sent troops after the ship, but they haven't made it back. Сейчас вернемся на корабль, и я сделаю паузу. If you stop in the engine room, would you ask Parvati to send Sam down to the bridge? В смысле? Вот машинное отделение. А где Парвати? Или это не машинное отделение? Ладно, так, на этом моменте прервемся. Увидимся в следующем видео. Пока.